продолжается Великий пост. Наверное, большая часть наших телезрителей постится, совершает это великопостное отделание. Но, несмотря на это, хотелось бы проговорить основные моменты Великого поста и еще раз расставить акценты, для чего мы постимся. Итак, для чего мы постимся, для чего нам нужен Великий пост? Постимся, потому что это делание, это занятие, это поприще заповедано нам самим Христом Искупителем. А все, что Он не говорит, прежде исполнив, своей целью имеет просвещение человека, возрастание благодати Святого Духа в нем. Пост, как известно, побуждает нас внимательнее, глубже, сердечнее, искренне молиться, ходить пред лицом Небесного Отца, а достигается это памятование о Боге, это устремленность к Нему и ума, и сердца через известный постный устав ограничения себя в жирной, уточняющей, тяжелой пище, которая, употребляемая в избытке, приводит к пословице «сытое брюхо к учению глухо». И, напротив, внешнее посильное воздержание, сообразованное, безусловно, с возможностями, здоровьем каждого человека, своим последствием имеет какое-то раскрытие ума и сердца, как лепестков, устремленности к Богу, определенной легкость души, ее желание взойти в области заочной, как говорит русский поэт. Внешняя узда поста вспомогательная. Существо дела в том, чтобы сохранять сердце от зла, злых помыслов, ощущений, мыслей и лампадку молитвы, которая теплится в глубинах нашего бессмертного духа, так сохранять, чтобы никакой вихрь враждебный, никакая страстишка, раздражительности, обидчивости, гордости, просто суетности не погасили этот священный огонек.